В Усть-Каменогорске ведется строительство детской горнолыжной базы. Реализация проекта откроет отличные возможности для занятия зимними видами спорта и пропаганды здорового образа жизни. Строительные работы начались в июне и, согласно плану, должны быть завершены к концу этого года. Территория базы составит более 13,5 гектаров. Проект включает строительство административного здания и создание всех необходимых условий для детей. Будут обеспечены горячая и холодная вода, санузел, а также специальное помещение для хранения лыж. В проекте предусмотрены административный бытовой корпус, резервуары, насосная станция снижения, горнолыжные подъемники и снегогенератор. Пропускная способность этого объекта составляет 100 человек в смену. Ввод объекта запланирован до конца текущего года при полном финансировании. Сейчас на объекте продолжаются работы по внутренней отделке и оформлению фасада, штукатурки стен, укладывается кафель, ведется устройство наружных инженерных сетей. После завершения строительства на базе будут заниматься воспитанники школы Олимпийского резерва из Усть-Каменогорска. Также ведется разработка траншей для последующего использования его для искусственного снижения горной местности, ввиду того, что в зимний период зачастую бывают неснежные, так скажем, периоды, допустим, для детей необходимо снижить данную местность. В целом работы ведутся по плану. Финансирование строительства ведется из местного бюджета.